Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в 54-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». Выпуск поддержали финансово Алёха Лещенко, Боник Форевер дубль оформил, Гридис, Макс Макс, Мамин Ёжик, Блэки Укас, Стефан, Рома Фе, Андрулик, Шинкар и Джей Декс. Пацаны вообще, ребята, подпитали материально знатно. Спасибо вам огромное, будьте здоровы. Тюмень, привет. Да, Макс, вайп, а значит и новый сезон «Пути со дна» уже на носу. Всем приятного просмотра. Сегодня на повестке дня у меня миротворческая миссия. Я хочу добить диких на таможне, 4 из 12 настрелял, и останется еще в лесу 12 диких мне настрелять, и тогда мы сможем закрыть эту миссию. Пойду я в первую очередь в лес, во-первых, там поспокойней, потому что таможня это PvP скорее всего будет, и игру немножко почувствую, и пострелять по диким там, я думаю, в лесу будет мне гораздо проще. Вот так вот, да? Так, я на коттеджах. Слушай. Вполне себе неплохой даже спаун, я тебе так сказал. Давай, наверное, не сразу тут у меня не появится, это однозначно. Давай-ка, наверное, я в первую очередь посмотрю, короче, спаун, который тут за грядой. Как раз я пока туда добегу и подгрузятся дикие. Скорее всего, да? Попутно так буду поглядывать. Может, что по луту буду домой таскать. Висяк нашивка. Прикольно. Беровец с нашивкой есяка будет. Не особо спеша. Сейчас как дикие появятся, я точно это пойму, потому что у меня фризит частенько из-за того, что дикие подгружаются на карту. Можно, короче, пойти либо через лесопилку, но скорее всего... Ах ты, блин. На деревне. Я вот хотел наоборот, потом, как здесь посмотрю, развернуться и туда пойти. Ну ладно, мы тогда посмотрим здесь поляну. И попробую, наверное, под грядой там посмотрю. Короче, какие точки знаем спавна диких. Те точки и проверим. Так. По идее, наш клиент. Все, счет открыт. Один есть. Что-то суета там под МЧС, да? СКС кто-то наяривал, но это дикий, скорее всего. ЧВК кошмарит. Удобный валдаевский этот прицел. Для локации лес, я считаю, то, что нужно. Ага, вижу чувака.
Не убил я его. Надо было выставить сотню, да, хотя бы метров. Ну вот это будет конкретно тормозить процесс, конечно, наличие чевиков. Не попал. Ладно, тогда застревать тут не будем. Прям потихоньку дальше по своим точкам интереса. Нет цели прям конкретно ЧВК убить. Такой же, как и я. Миротворец. Почти. Нифига, это дикий, что ли? Я подумал, что это ЧВК, прикинь. Офигеть, я тут вообще первый раз вижу дикаря. Ходят, короче, кошмарят. Как раз по местам интереса, которые вот мне бы наоборот ходить там. Оно везде занято, короче. Опа. Проморгал. Наш клиент дикий. Пойдет. Ну вот. Уже третий. Получается. Тяжеловато мне будет оставаться незамеченным, конечно, в этом синем шлеме. Кто застреляет? Где-то вот тут на старой заброшенной лесопилке был снайпер. Я вообще хотел, короче, тут осмотреться, потом вернуться на коттеджи, потом затопленное, пункт питания, короче, и туда под вышку. Под антенну, точнее. Там, короче, ЧВК есть, но там и дикие есть. Луки зеленые, проблема диких настрелять. Не от того, что их нет даже. От того, что... Чавиков много.
На всех точках интереса где-то ковыряются. Посуны. Давай отсюда с поля попробую внедриться. Опа, чувака. Некуда убежать. Густо, густо их. Он не один. Это еще один был, по-моему. Давай, давай, быстрее. Давай, 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 давай. Ну, надеюсь, что второго послышалось просто. Может быть, что-то там со звуками туда-сюда, да? Ну, вроде как, одного я только видел. Тоже, видишь, там стрельнули и побежал ЧВК туда. Где, короче, стрельба, там постоянно приходят на шум. Все, зашибись, как новенький. Второго, по-моему, я где-то вот здесь наверху услышал. Может и нет. Да вроде нет. Ладно, пошли дальше диких смотреть. Блин, или сразу разлутать, я-то скорее всего уйду отсюда. У меня же на ЗБ выход, да? Да, у меня на ЗБ выход. На мосту уже уехали, пацаны. Забрал. Короче, накрутили, навертели с этими, с наушниками. Звуки переделали. Что я могу сказать по этому поводу? Ладно, я это не буду брать. Тяжелый слишком буду. Играть в наушниках стало капец как. Я, короче, побегал на ПВЕ, потестировал, пострелял по диким там туда-сюда. Разные наушники. И вот более-менее адекватный звук остался только у сардин. Точнее, стал. От других же у меня звон потом в ушах. Комфортно. Либо вообще без наушников.
либо хотя бы в сардинах. Такой вот юмор. Отлично, там еще один есть. Давай перебегу к нему. Оп-ля-ля. Вонан, сука! Подожди. Да что так фризит, ё-моё, в прицеле? Почему так фэпос падает жестко? Зашибись. Троица есть. Есть еда, это хорошо. Не рассчитывал я, конечно, что, что столько патронов будет уходить. Я думал, там, что, потихонечку буду одиночными шпилить. А тут вон оно что. До 50 падает ФПС, прикинь. Прицеле. Когда починят уже игру, а? Вон он, блядь! У него онтар, бронежилет. Блин, с таким расходом патронов, конечно, мне не хватит, Диса. Хочу. А, нет, не унтар. Ни разу. Хорошо, попаслись. Смотри, сколько диких настрелял на одной точке. Приятно, приятно. Пойдем дальше тогда в затопленную. Давай посмотрим, что тут есть у нас. Затопленные, как у нас дела будут обстоять, да? Вроде тихо. А сколько мне вообще осталось их там? Мротворческая миссия. Ох ты, как хорошо, пятерых всего. Затопленная, пункт питания. Ой, пятерых мы настреляем, пацаны, я уверен. Тем более, что я буду идти до выхода на ЗБ-14. Спокойно, попутно пятерых этих диких встретить. Чуваки, скорее всего, уже либо поумирали, либо повыходили с локации, так что... Все в ажуре в этом плане у нас. Есть кабанчик. Осталось четверо. Окуном нам надо. Одиночными джубошить. Потому что мне нужно только сэмки убивать. О, провизия. Молочко. Доляры.
Кувалда. Ваше здоровье. Взорвалась где-то непонятно, короче, граната. Не понял я, где этот взрыв был. В стороне лесопилки. На затопленной всего один дикий. Коня пропустил, пацаны. Не густо, конечно, но у нас еще впереди очень сочные спавны дикарей. Так что четверочку я там точно настрою. Даже если на одной точке спавна будет по одному дикому всего лишь. Мы еще и дом диких зацепим. Скорее всего. Все в этом духе. Хотелось бы, конечно, в одном рейде закрыть. Чтобы осталось у меня время еще на таможню сходить. На таможню диких покошмарить. Базару нет, лес, да? Капец, кормит. Просто идешь по своим делам. И впитываешь лут. Хороший, качественный. Ага, тут были, видал. Дикого мочканули. Но я уверен, что уже... Да, 16-я минута. Уже вторая волна диких, скорее всего, подгрузилась. Ботиками там как положено. Но так как я намылился на ЗБ-14 выход, смотри, раз спавн, чуть дальше антенна спавн, лагерь юсеков спавн и дом диких спавн. Даже если я никого не найду, можно будет туда глубже в лесок зайти, там точно будут дикари. Пацан... Что там, бля, вопишь, упырь? Тут наших бьют. Прикольно, трое просто в прицел вышли, трое, прикинь. И экономно, и эффективно, и продуктивно. Все, последний дикарь остался. Слышу его. Ё-моё, я подумал, что не простреливается стекло. Смотри, как текстуры коряво накинуты. Изрешетил забор. Подзадача выполнена, господа и дамы. Ладно, я если их не залутаю, меня пацаны же порвут потом в комментариях, да? А еще один там. Твою мать. Сохнина, тварь! Пойму. Ты где?
Сейчас он меня завалит, смотри. С Хантера. Да вообще пофиг, если даже я погибну, ничего страшного. Я, главное, под задачу свою выполнил, да? Просто исчез. Был пацан и нет. Вот он! Ниндзя. Ты, это не он? Это же не Хантер. Или там не Хантер был? Я теперь, короче, фиг его знает, как ориентироваться в звуках. Ну, в общем, дело осталось за малым. Либо выносим мешок лута большой. И вот он сидит, оказывается. Прикинь, я его в упор не вижу. Ну, Диса, конечно, ты хорош, хорош. Туда его. Употребиться. Ладно, тушки только посмотрю. Так, знаешь, что я сделаю? Это страхованные вернутся они. По-любому. Подожди, я же хотел. Я же хотел вот так сделать. Все, бомжинул. Лутанья бешеная пошла. А вообще можно уже выкидывать. А, кого выкидывать? Ё-моё, мне же еще на таможню надо идти в синем броник. Надо вынести это все, чтобы не закупаться, да? Заново. Интересно, до скольки сегодня скупщик работает? Вы чё, бесконечные, что ли? Ладно. Пошагали домой 9 минут до конца рейда. Красный таймер. Надо выходить, пацаны. Выход подсвечен. Отлично. И Дикий прям на выходе отвалился. О, нормально. Зажать хотели туда. О, синий броник, ё-моё. Вот, блин.
Вот так вот. Все равно я чувствую, что сейчас на таможне за один заход у меня не получится однозначно сделать. То лутались, короче, нормально тут пацаны, да? Ладно. Поехали. Тут и вышли, судя по всему, с локации. А может, просто залутаться зашли, да? Отлично. За один подход дюжину настреляли. Долго я, конечно, пробыл на локации. Ну, от точки до точки интереса, но дистанция хорошая. Поэтому пришлось погулять нормально так в лесу. Снимаем теперь штурмовой прицел, ставим коллиматор. Потому что это таможня, это ближние дистанции, да? Я, оказывается, даже этот не включил. Фильтратор для бонуса, да, физических навыков. Ёлки-палки. Ладно. Дикий офтальмоскоп пронесли. Пойдет. Отправляемся на таможню за ЧВК. Моя задача — это всего лишь навсего дикие. Казалось бы, да? Что там стоит диких настрелять? Но из-за того, что густо на локации, в прошлый раз за 3 рейда я убил только 4 дикарей. Надо еще восьмерочку настрелять. Так. Хочу на ту сторону перебежать, чтобы ближе к выходу быть. Чтобы было правильно, чтобы было хорошо. Здесь пока никого нет, 100%. А вот за дорогой здесь уже можно и нужно повниматочнее быть. Каких-нибудь бы снайперов. Но еще рано, еще не подгрузился никто. Сейчас все, кого я могу встретить, это чевыки. А вот как раз как только я подбегу туда, на зелень, хочу на горку туда залезть, там уже и дикие подвалят. ЧВК. Или дикий опять. Что-то двигался как бот. Но боты еще, по-моему, рано для ботов. Вот. Откинуло. Сейчас фризанет. Вот, фризануло. По-моему. Короче, вот это вот лэп. Самая классная вообще, по идее, точка. И обзор хороший. И укрытие есть, да? Там либо в кустах, либо где-то. За камнями потеряться можно. О. Вижу. Появились дикие, значит. Далеко, конечно. Ё-моё. Опять сюда же, да?
Опять сюда же Тарков меня подспавнил. Вот слышишь, какой звук? Это камтаки. Вторые. Я понимаю, что, возможно, это сделано с целью приблизить к звуку в реальных камтаках. Но мне что-то такое не очень нравится. Ради интереса надо было надеть, чтобы вы тоже послушали это. Если еще нет. Примерно то же самое попробуем исполнить. Я не понимаю, чего сейчас в таможне происходит. Блин, миротворческая миссия здесь у меня вообще никак не идет. Очень туго. По одному дикому за рейд у меня получается убить. Собираешься на 300 тысяч оружия, шмоток. Убиваешь дикого. И все. Ну, поехали. Может, хоть сразу не убьют? Да. Тяжеловато почему-то дается мне все это дело. А, в общем и целом, я поменял, кстати говоря, сервер. Убрал Южную Европу. Поставил Ближний Восток. Может, тут как-то попроще будет. Сейчас посмотрим, поживем, увидим. Смотреть мы будем сначала, наверное, в СРФ, да? На наличие ботиков. Блин, вот куда бы я ни прибзнулся, меня в любом случае абсолютно хорошо видно из-за этого шлема гребаного. И самое падло еще в том, что никакого ночного прибора я не могу поставить на него. Единственный вариант — это идти ночью с ночным прицелом каким-нибудь. И если сейчас опять я быстро откисну, то скорее всего я так и сделаю. Ладно, давай попробуем перебежим. Мне бы просто выжить. Дикие сами по себе настреляются буквально. Какой-то завод стал на таможне. Рано прибежал, надо было мне чуть попозже, наверное, сюда прийти, да? То я сейчас все вкусные спавны просто мимо пройду, дикие еще не появились. О, вот, призануло. О, отлично, слышу слева. Убежал. А
один есть. Это не заводские, случайно? Это, по-моему, заводские дубасят там. Вот это, скорее всего, чувака, да? Лупят жестко. Это, короче, скорее всего, заводские там на дороге где-то трутся. Давай тогда ближе сюда попробуем обойти. Так. Это даже где-то в районе моста, по-моему, прикинь. Даже не на заправке. Или нет, на заправке. Слева, слышь? Так он, по-моему, куда-то сюда пошел. Все, все ЧВК с локации туда прибежали, я готов поспорить. Как сразу свита с боссом, да, суету наводит на локации. Офигеть. Стрельба, взрывы, туда-сюда. Этот, походу, хочет верх занять, да? Поэтому он сюда пошел. Если это ЧВК вообще. Так. Вот отсюда, я думаю, у меня хорошие шансы будут по диким стрельнуть. Но опять зараза, только сейчас стрельну пару раз. Выскочит какой-нибудь леший из кустов. Седьмой.
пришли. ЧВК пришли. Да, это чувак был. По-моему, он не один был. По звукам. Пацаны, да сладкие они. Это восьмой? Осталось четверо. Блин, или забить пока на этого чувака, уйти отсюда. Пойти заводскую, посмотреть лучше территорию. Там, скорее всего, нет никого. Давай я так и сделаю, попробую. О, вижу. Отлично, еще один, девятый. И подзадача выполнилась. С устранением. Сейчас мы отсюда отбежим, все это дело. И тут диких все настреляем. Оставшихся, да? Да, да. На, у меня на этой стороне выход вообще. Я думал, у меня на той стороне выход. Надо было тогда человека этого помацать. Не видать? С собой забрал этот самый бронежилет. На тот случай, если все гладко пройдет, я просто выброшу эти синие шлемы и броник. Ей-богу, уж лучше вообще без шлема. Хороший вариант посмотреть старую заправку, я так думаю.
Неужели не убил? По-моему, последним патроном я хорошо попал по нему. Попал. Один вообще внутри, что ли? Это что за блики были? Вон, вон. Мне надо докинуться. У меня полупустые магазины. Короче, хочешь поубивать диких, придется убить сначала ЧВК всех, да? Давай, давай, быстрее, он отбегает. Давай, давай, давай. Сдохни, тварь! Он за мной пришел, урод, прикинь. Вот ты чучело, а. Ну чё, по-любому ЧВК в курсе, что я здесь сижу. Так что можно, я думаю, этого убивать. Нет, он там, короче, меня будет сидеть и ждать тупо. И на старой заправке точно никого нет, раз они оттуда прискакали. Блин, да тут вообще какой-то отряд. Это уже третья пушка глушенная, которую я слышу здесь, в этом районе. Мне надо по-хорошему отсюда просто валить. Ей-богу. Если я хочу диких себе добить. Тут один дикий остался, прикинь. Ну, они где-то тут рубятся. Один дикий. Пацаны, вы где? Служивый! Вот вы капец, ниндзя, отвечаю. Все, я закрыл наконец-то это дерьмо. Я просто манал. Бинта нет, окас. Какой тяжкий геймплей стал на таможне-то, а?
потно стало, ё-моё, вокруг ЧВК везде. Куда ни глянь, ЧВК. Блин, у меня и патронов нет нифига, можно было бы пойти... Может тогда из одного магазина? А, тут вообще восьмерки у меня. Понятно. Или бомжевать надо, короче. Или вот сейчас на один этот магазин будем надеяться тогда. Попробуем того добить, да, который там в углу сидел. Может получится? А пофиг, что мне уже терять? Я сюда пришел чисто диких синим добить. Я добил. Погибать так с музыкой. Зато как хорошо его было слышно, да, когда он здесь бежал? И потом... Раз сюда вышел. Он не разобрал своего кореша, кстати. Где-то тут он терся. Послушаем эти наушники. Брать не буду, класс хороший, но он выбитый. О, вот и патроны, пацаны. Зашибись. Даже можно вот так вот наоборот сделать. Есть патроны. На иголках. Знаешь, что тогда сделаем? Куда ты его ставишь? Я тогда свою М-ку выкину. Да и все, и уши. Магаз можем выкинуть. А эти китайские звучат как для США раньше. Слушай, у меня выход работает тут. Но так как мне выживать не обязательно, я предлагаю тогда сходить, все-таки то тельце посмотреть. Которого я убил, да, под лэп. Вроде никого. Ой, это фонарь так классно светит. Смотри, как свет стелится. Прикольно. Красиво выглядит. Я не знаю почему, но у меня просто после того, как действие обезболивающего заканчивается, у меня почему-то контрастность в разы я почему-то больше, короче, накручена. Понятия не имею, почему это происходит. Этого разобрали уже гаврика. А, нет, смотри. А где твой друган, братан?
Не пришел за ним, прикинь. Ого, он урешал и, оказывается, отнял калашик. Я же говорю, там эти были. Он вообще пистолетчик, прикинь. Ты золотой стараканил. Да ты красавчик. Он, походу, незаметно подбежал, дернул, короче, с него, да? И на тапочку даванул. Я только в правом ухе, кстати, слышу, как он жрет. Вот тебе и новые звуки. И сок в правом ухе. Блин, меня сейчас... Немножко упорото, звуки еще работают. Обновленные. Где это было? Где я это слышал? Че, лоботы, что ли, пришли? Ничего не понял. А вот он. Ты куда пошел? Да ладно. Нет, это не чулобот, это дикий обычный. Забавно. Короче, у страха глаза велики, у меня сейчас везде будут мерещиться. Кошмарные какие-нибудь. Так. Все. Я думаю, можно идти на выход смело. Ничего не лутан. Давай, короче, здесь лутанемся и... А, подожди, а куда мне... Ну, хотя... Есть куда скидывать на самом-то деле. Вот так вот, если, допустим, сделать, да? Давай тогда здесь обчистим и просто пойдем на выход. Если получится, то мы при хабаре еще покинем таможню. В чоколаде, ё-моё. А то что-то с такими вылазками, как до этого были. Расход... Финансовый что-то какой-то не самое, не радует, а тут лутали, походу, смотри, тут все вскрыто. Ладно, по-моему, ту сторону не лутали. По-моему. Ну, тогда мы еще дырявую крышу посмотрим, если здесь не насобираем ничего интересного. Скорее всего, ее не насобираем, потому что тут... Толком-то и нет ничего. Пару курток, пару сумок. А там мы нашкребем, наверное, добра.
кто-то крутится, что ли? Это какие-то левые звуки в этих наушниках. Что-то накрутили, навертели со звуком, понастраивали. Теперь не совсем понятно, как он работает. О. Есть добришка. Вот опять. По 10 тысяч, да, стоят? Надо бы что-нибудь подостойнее. Спасибо. Понятно. Все, главное, короче, оказывается, выжить надо было. И никакие безопасные тропинки, вообще ничего не работает. Вся локация как решето, короче, простреливается со всех сторон. Я даже, если честно, не заметил, как время пролетело до красного таймера. В суете в этой. Выгребли, что ли, все? Тут, походу, лутались. Ну и ладно. Руку забыл пришить. Вот опять, слышь, только в том ухе. Как будто у меня руки, короче, из этого растут. Ну ты понял. И это не от наушников, оказывается. Ладно, что, раз все вылутали, пойдем просто спокойно и выйдем с локации. Еще и живой выйду, получается. Выскочили уже парни. Чуть больше получаса на локации, настреляли двух быровцев и 8 диких. Пойдет. Дейли квест мне давал сегодня лыжник, он требовал 20 диких на любой локации, и получается попутно просто дейлик закрыли. Ну и закрываем наконец-то миротворческую миссию на 5 локациях, 12 диких на каждой, постреляли с М4А1 в синем бронике и синем шлеме. Квест мы закрываем. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь выпуск вам понравился. Благодарю за крепкую поддержку, за доброе слово и за пальцы вверх. Всем приятной игры, хорошего настроения, до следующего выпуска. До свидания. Thank you.